на хорошее начало чемпионата. Прекрасная передача. Месси. Отличный удар. Есть гол. Счет открыт. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал. Да, к защите тут большие вопросы. 1-0. Сейчас будет веселее. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Очередная потеря. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Итак, у нас аут. Очередной аут. Блестяще! Арбитр назначает угловой. Мяч за пределами поля, угловой. Пас в штрафную. Мяч попадает в защитника и в ворота. Мне кажется, этот гол назревал. Команда играет здорово и с очень большим преимуществом. Действительно, превосходство одной команды на поле есть. И счет на табло это наглядно демонстрирует. Хорошая позиция была прямо перед воротами. И мячу просто некуда было деваться. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Не удается ухватить мяч. Ушел мяч. Аут. И вот потери в центре поля. Домашняя команда готовит искусственный офсайд. Ну, тренер четко указал тактику. Будут ловить. Пас фланга. Восхитительный удар головой. Гол! Хорош все-таки в игре на втором этаже. Гол это подтверждает. В этом моменте великолепная командная игра и невероятная подача с фланга завершилась голом. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Еще-то они разные варианты для атаки.
Куарежма, Бернар. Положение вне игры. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Отличный удар. Гол, но на разницу в счете это особо не влияет. Она все еще большая. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1 еще. Видать. Есть варианты, куда сделать пас. Хороший обостряющий пас. Мяч летит в сторону ворот. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! И снова расчетливый удар прямо в притирку. И опять бил на исполнение. Сколько у них таких голов? Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Хороший пас во фланг. Заброс вперед. Отличный наверх. Командный прессинг используют гости. Будем надеяться, что хватит им кондиции на такой вот спуск. Забирает мяч голкипер. Главное, без нарушений. Месси. Есть поддержка партнеров. Бьет он поворотом. Тотти. Месси. Защитник выносит мяч. Стандартное положение. Угловой. И сейчас мы еще раз увидим, как был забит этот мяч. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Мяч летит в штрафную площадь. Опасно! 4-1 в перерыв.
В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать 100%. Защитник перехватил передачу. Тотти. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Навес. И как опасно пробил. Пускать моменты нельзя. Забивать надо и не один. Перехват в центральной зоне. Ждем подачу от углового флага. И этот штрафной может быть очень опасным. Штрафной удар. Оттуда можно и пробить. Как? Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Какой удар! Вот так и нужно играть в обороне. Угловой удар назначает арбитр. Головой от головы в ворота. Класс! Великолепный гол, прекрасно сыгран. Выверенная, изумительная подача и прицельный удар головой. Пожалуйста, получите и распишите. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Отбор мяча на чужой половине. Реализует ли... Штанга! Момент не закончен! Великолепный дриблинг демонстрирует игрок. Угловой будет подавать команда. Заканчивается игра, команда выигрывает, и болельщики надрывают голосовые связки. Они тоже внесли свой вклад в сегодняшнюю победу. Согласен? Абсолютно!
Абсолютно. Болельщики – это очень важный фактор. Не зря их называют еще 12-м игроком. И сегодня мы это не только видим, но и слышим. Отличный кросс. Он бьет. Они проигрывают, но не сдаются. Пытаются забить и сократить разрыв счета. Он накручивает соперников одного за другим. Вот это удар. Спас он своих, блестящий сыгран. Это явный фол. Посмотрим, какое решение приведет я. Можно играть дальше, считает арбитр. Не прошла эта передача мяча соперника. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч в руку. Очередная потеря. Очень тяжело он смотрится, устал, похоже. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Те, кто ведут, похоже, не хотят, а те, кто отстают, похоже, не могут. Не думаю, что последние минуты принесут нам какую-то детективную интригу. Защитник выносит мяч. Итак, у нас аут. Очередной аут. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Отобрали мяч у соперника, а теперь можно начинать свою атаку. Нарушение очевидное, и судья может показать карту. Вратарь легко ликвидирует игру. Еще 4 минуты проведут команда на поле. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Попытка обострить игру. Куарежма Бернардо. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Закончена игра. 5-1.
Ну что ж, давайте подведем итоги матча. Я обойдусь двумя словами. Абсолютное доминирование. Плохо считаю. Это было 4. Прекрасная передача. Месть.